Я приветствую всех на своем канале, кто ко мне зашел. Меня зовут Валентина, и я вам предоставлю свои работы, хобби моих работ, которым я занимаюсь, на тему «Лебедю пруду». У меня их несколько портретов, и которые у меня здесь дома, я их вам покажу. Вышивала я для своих внуков, одному вышла и захотелось второму, потом захотелось и третьему. Вот такой портрет мне пришлось, я вот его вышила за октябрь месяц в таком вот варианте, как бы для такой вот рамочки. Вот так вот она будет смотреться, когда высохнет. Высохнет, она немножко еще посветлеет, сейчас она как бы мокрая, вот потому что она, ну, влажная, еще сохнет на полотенце. Мы посмотрим, как он будет смотреться в рамочке, этот портрет. Вот. Так, вот сейчас вот так. Вот так вот будет он смотреться в рамке. Сейчас я вам покажу такой же самый портрет, только увеличенным крестиком. Вот буквально болгарским. Ну, в два раза. Эта рамочка идет, вот замерила я здесь вот 45. А сюда 35. Вот этот же портрет, который висит на стене, он, конечно же, в два раза, даже больше. Здесь 1,05 м, это вот по горизонтали, а по вертикали он идет где-то 55. Вот сравнение этого портрета с большим. Вот не знаю, будет отсвечиваться, наверное, да, будет. Вот такие. Этот портрет, он у нас вписался в спальне. Вот так вот смотрится. Хорошо. Ближе немножко отсвечивает. Вот так вот. Вот такой вот портрет и лебеди. Вот здесь не отсвечивает, хорошо видно. Вот так лебеди на пруду. Вот я ее вышивала буквально за месяц, ее вышила. Легко она вышивается, без проблем. Вот такой вот портрет. Оцените мои работы, что у меня получилось на тему лебедю пруду. Вот так, как получилось, так получилось. Вот следующая у меня работа будут знаки зодиака. Я уже сделала две работы. Потом я в следующем выпуске во своем хобби по вышивке я потом покажу. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, комментируйте. С вами была Валентина.